Ladies and gentlemen, referee Todd Anderson has called a stop to this contest at 3 minutes, 43 seconds of round number two, declaring the winner by TKO, Donald Cowboy Cerrone. А вот и он, друзья. Эта нью-йоркская сцена, несомненно, принадлежит Доналду Ковбою Сероне сегодня. Вау! Ты выходил на бой андердогом, но выглядел как несомненный фаворит. Поздравляем тебя с очередной важнейшей победой. О, это здорово вернуться в 155. И, представляете, это мой 40-й бой в Зуфе. Можно мне аплодисменты за это? 40 боев на Зуфу. Есть еще порох в пороховницах. Несомненно, это был твой 30-й поединок в UFC, на который ты вышел с наибольшим количеством побед и финишей. Этой победой ты добавил в оба списка. Ты разобрал его на ногах, ожидал ли ты, что бой против Алекса так и пройдет? Да, я думаю, этого боя хотели как я, так и UFC, и теперь я хочу кого-нибудь из топ-5. Даже бой с Конором, если он согласится побиться с Конором, было бы круто. Но так, любой из топ-5, я иду за поясом, ковбой вернулся, я иду на всех парах. Мы сказали во время твоего поединка, что мотивированный и сфокусированный Доналд Цероне — это опасный оппонент для любого бойца. Как ты сам оцениваешь свой уровень мотивации на данный момент? О, мной движут инстинкты. Посмотри на того малыша, он делает меня опаснейшим. Ради него я здесь. Что ж, сегодня весь мир у твоих ног. Поздравляем тебя с потрясающим выступлением в дебюте UFC на ESPN. Всем огромное спасибо, я ценю это. Леди и джентльмены, будущий член зала славы, легенда Доналд Ковбой Сероне.